Спаситель. Эта работа – это эскиз для церкви святого Александра Невского в Обустумане. А, пойдем. Вот, та церковь в Грузии, которая вот сейчас полукипнут, где кипнет Нестеров, собственно, расписанная вся от пола до потолка, и вот этими нестеровскими фресками, и, в общем, вот она. Работа очень интересная. Он писал эти дела, он там лечился наследник, вот, и наследник все равно, в общем, он скончался тогда, Георгий Александрович, и, в общем-то, много связывалось надежды. Нестеров писал про обустуманские росписи тоже очень много, готовился к ним. А вот если уже как бы не говорить предположительно, для чего она это вот делалось, этот этюд, потому что этюды сохранились, они такого же размера, они с таким же там вот паркетажная доска на обороте и так далее. Она, вот ее живописное достоинство, к сожалению, мы сейчас оценить в полной степени не можем. Потому что вот когда бывает такой солнечный день, вот обратите внимание, вот эти вот крылья белильные у ангела, они написаны поверх золота. Вот, и вот эти вот, и по краям вот это вот золото, оно видно, оставлено. И вот бывает, когда когда попадает солнце, то есть золото начинает загораться, оно вот отсюда. И такие получаются эффекты вообще вот эти вот на лице Марии и вообще вот такое вот. Можно то есть направить айфоном фонарик, будет тот же самый эффект. Ну, от солнечного света. Он, наверное, еще ярче. У него другой света, спектр это немножко. Другой свет, конечно. Он такой фонарик, он теплый. Он такой. Поэтому получается, конечно, она такая вот как драгоценность. Очень красиво выглядит она, и вот она загорается. Это вот, вот можно видеть, ну вот не все время. Вот, а рядом рябушки.